Эта игра называлась Анукоку Шинва Ямаку Такеру Денсетсу. Dark. На каком-нибудь сайте, там, я не знаю, в каком-нибудь файле или. С хером. Ну, в общем-то, хорошо, что короткая попалась. И не очень сложная. Кроме коня, ну и конь простой, на самом деле, я просто тупил. Эту замечательную платформу. Ну, мне даже жалко, что типа на NES выпал дам в порядке этих самых. В порядке. В каком идут платформы, то есть. Ага. У нас сейчас геймбой, геймбой Color. Так, ну давай, ну ты ролишь на стриме, я смотрю, я тебе в скайпе пошарю тогда. Ну, я буду геймбой Color тогда, я не знаю, типа. Ну я туда же нажму, а там посмотрю, что мне выдаст. Давай, короче, я смотрю на стриме, как ты ролишь, и сам тебе скайп пошарю, чтобы ты видел, что я все. Ну, тем более, игр все равно на этой платформе не знаю, я не пойму, как мне игра досталась. А, ну тут ты не выбираешь, тут тебе, видишь, тут прям ГБГБК, то есть тут что выпадет, то и выпадет. Тут выбор у нас будет, когда мы Commodore или этот будем. Геймбой, геймбой Color. Ну ладно, ребят. Удачи. Сейчас, погоди. Надо что-нибудь это такое. Какую-нибудь веселую музыку поставить. Блин, надеюсь, никаких покемонов нам не выбросит. Так. 100 часов нам проходить. Выпало уже. Мне уже выпало. Мне выпала игра X-Men Академия мутантов. X-Men Академия мутантов. Слушай, звучит здорово. Ты не играл в нее, случайно? Нет. Я даже не знаю, на Game Boy или на Game Boy Color она. Но, чувак, X-Men Академия мутантов, это звучит намного лучше, чем Акакаши Таракаши, блядь. Dark Я тебе серьезно говорю, это просто как небо и земля. X-Men Mutant Academy. Я понял. Кто-то говорит файтинг. Ну ладно, сейчас узнаем, что это. Мне надо сначала этот скачать. Эмулятор. Сейчас я гляну на эту. Visual Boy Advance. Я сейчас прям. А тебе что выпало? Слушай, это реально на PlayStation файтинг был такой. Ну-ка, Game Boy. Да, это файтинг, Илья, слушай, причем неплохое. У меня? А у тебя что выпало? Ой, нет, плохой. Так, сейчас я тебе пошарю, я еще не ролил. А, окей. Давай, я тогда... А, блин, я же не смогу захватить. Почему? Просто ну, скайп можешь... спалю, скорее всего. Ну, в общем, короче, ребята, я отвечаю, что он ролит по-честному. Вон, геймбой, геймбой, кого, правильно? Все видишь? Кликнул. Феррари Гран-при челлендж. У него гонка какая-то. Феррари... Вот, твой геймбой, кстати, сможешь сразу глянуть. Вот так он выглядит. Чё-то я чувствую, пригоришься в этом файтинге. Мы реально тупые. Да нормально все будет. Так, story mode тебе. О, я это играл! Я это играл! Ты в гонку свою играл? Я эту играл, да! А, я ее знаю, она реально на Денди была, и на Сеге была похожа. Это порт Сеги. Это все, я играл в это все. Блин, да что же за дерьмо-то? Ну ладно, я теперь тоже. Ну я не знаю. Возможно, я доволен, потому что я еще пока не уверен. Я прям помню, как все это тут. Но мотоциклов тут, по-моему, может быть, перегрузка. Нет, это другая была. Так, ну слушай, ну забавно. Так, ну мне, короче, Феррари. Гран-при челлендж, Алье, X-Men, Мутант Академия. Да, только я вот не пойму, где скачать эмулятор, который нам нужен. Ну мы найдем. Все эмуляторы вроде есть. На PS1, даже PS2, по-моему, сейчас эмуляторы есть. Ну, я хочу сейчас прям с этим разделаться, чтобы потом не искать. Думаешь, ты его сейчас прям пройдешь, что ли, мод? Нет, я вряд ли пройду. Ну, хотя бы посмотрю игру, а там видно будет. Я просто хочу посмотреть, как еще эмуль работает. На Феррари, да, это тебе повезло, в принципе.
Ну, мы будем надеяться, что у меня не длинный файтинг, что там сторим. Ну, что там на геймбой две кнопки, по большому ну, счету? Ну, не знаю, мне кажется, у тебя даже короче игра, чем у меня. Типа, стори-мод в файтинге, он обычно очень короткий, как мне кажется. Правда, я вспоминаю, например, тот же файтинг черепашки-ниндзя там на Денди, там он такой тупой, нереальный, его проходить реально долго было. Там только обузить, так пытаться тоже, когда ты садишься где-нибудь в углу и пытаться там одной кнопкой выиграть. Единственный шанс. Блин, я смотрю, там ямы какие-то, короче, еще на этой Феррари. Ой-ой-ой. Сейчас я ROM найду, блин, тут не так просто все это. А эмулятор нашел? Угу. Ну, я не знаю, работает он или нет, но эмуль нашел, да. Отлично, зачем мне тогда съедешь? Лол, Мэда Илья за 10 минут проходит. Ой, Мэда игра за 10 минут проходит, пишет. Так, честно говоря, тогда я ее прям сейчас, наверное, пройду. Чем мне париться, если он за 10 минут проходит? Я сразу на следующую тогда эту уральнусь. Ну, сейчас давай еще посмотрим. Да я ж могу, хотя нет, заранее нет смысла, да. Ну, ладно. Посмотрим, посмотрим. Может, у меня тоже недолго. Я ROM не могу понять, где скачать. Вот в чем проблема. Сейчас посмотрю на том сайте. Скачать ROM. Так. Везде либо надо логиниться, либо, блин, еще какое-то говно делать. X-Men Mutant Academy. Так, это PlayStation. Во, Game Boy. Так, сейчас я гляну. Ну, если найдешь ROM, то скинь мне его через скайп, потому что у меня проблемы тут. Да, сейчас ищу. Твой свой ищу. Нашел вроде. Я тоже нашел. На Nintendo мой су. Антивирус, если что, стоит. То мы сейчас за это челлендж накачаем. Я уже подумал об этом. Сейчас я быстренько настрою эмулятор. Ну, как вы поняли, работает, похоже. Так. Вот оно. Да. Игра детства, я надеюсь, для кого-нибудь. С удовольствием посмотрю. На самом деле, шутки шутками, а я играл в эту игру, по-моему. Ну, конечно, вот на геймбое навряд ли, но вот следующую часть на этом, на PlayStation точно играл. Они там примерно одинаковые. Но эта часть, конечно, выглядит не очень. Да, ладно, просто GBC напишу, похуй. Так. Пишут, плюс один, у Мэда игра за 14 минут проходит, а вот у Кейка на 3 часа. А, господи. Ну, я, в принципе... О! Смотри, меня даже в заставке показали.
значит, она какая-то очень шумная. Я надеюсь, вы такую музыку, ничего страшного, то, что я потише сделаю. Ну что, ты как там? Завтра уже будешь продолжать? Ну да, продолжать я буду завтра, но я посмотрю. Если хочешь, могу с тобой посидеть. Ну, можешь посидеть. В принципе, вдвоем всегда веселее. Угу. Так. Я буду болеть за тебя, комбо говорить. Окей. Сейчас я чатики открою все, чтобы мне одиноко не было. Старт. Сейчас. Видео. Нормального размера просто сделаю экранчик. Блин. Что-то я тут переборщил немного, ну ладно, так нормально будет. Так, ну мне, я так понимаю, мне надо story mode пройти. Да. Собственно говоря, в опции зайду на всякий случай. Там, наверное, уровень сложности есть. Punch Kick AB, Sound Fix, Difficulty 2, Rounds 3. Ну, я, конечно, могу, типа, поставить сложность повыше, но все мы понимаем, что я не хардкорный игрок. С Game Boy Color меня мало что связывает. Так, Magneto, Mystic, Toad, Пайро, Циклоп, Гамбит, Шторм, Вульверин, Сейбертуф. За кого проходить, ребят? Давайте в чате быстренько. Ну, я думаю, что выиграет, естественно, этот. Росомаха. Но если хотите, там, Саблезубова или еще кого-нибудь. Давайте, короче, спам героя, за которого я сейчас буду это делать. Как там интересно. Покемоны не выпали уже. Типа, Game Boy Color — это первая из платформ, где могут выпасти покемоны. И они уже не выпали. Это уже просто... Даже несмотря на то, что у Кекса гонка на 3 часа, но эта гонка на 3 часа, и она проходится. Это не покемоны, не RPG. Магнета, Гамбит, Магнета, Магнета, Гамбит, Гамбит. Все хотят Магнета или Гамбита? Магнета почему-то большинство хочет. Дайте Магнета. Антарктика. Первый бой в Антарктике против кого-то. Хер знает кого. Как первое впечатление? Ну, мощно, мощно. Ну, надо все-таки не забывать, что это... типа, геймбой. Что это геймбой и... ну, это геймбой. А суперудар можешь? Да, вот. Да-да-да, он на две кнопки надо одновременно нажать. Ну, типа, если ты едешь куда-нибудь на дачу, знаешь, там, и у тебя геймбой... Ну, типа, если у тебя есть Game Boy Color, то самое тупое, что можно сделать, это купить